Ерошек забил на последней минуте три дня спустя. Правда, на последней минуте первого тайма и при счете 3-0. ЦСКА играл с поменявшим главного тренера Ураланом, за 45 минут фактически обеспечив себе выход уже в четвертьфинал. И весело попрощался с болельщиками до следующего сезона. А Ерошек, таким образом ставший автором последнего гола армейцев в этом году, после некоторого перерыва получил приглашение в сборную Чехии.